Bonjour, le thème de notre leçon est Futur simple. Future simple, простое будущее время. Правила образования. Будущее простое время future simple употребляется для обозначения действий, которые произойдут в будущем. Например, je parlerai de mon voyage. Я расскажу о своем путешествии. Личные формы future sample в большинстве случаев образуются инфинитив плюс окончание future sample. Окончание в первом лице единственного числа а и, второе лицо единственного числа а с, третье лицо единственного числа а, первое лицо множественного числа о второе лицо множественного числа о Третье лицо множественного числа ОНТ. Например, глаголы первой группы. Возьмем глагол парле. Parler. Je parlerai, tu parleras, il parlera. Nous parlerons, vous parlerez, il parleront. Глаголы второй группы. Глагол финир. Je. finirai tu finiras il finira nous finirons vous finirez ils finiront go troisième groupe faire je ferai tu feras il fera nous ferons vous ferez ils feront attention attention В глаголах на р «ы» e отбрасывается е e и прибавляются окончания будущего времени, например, атандре, жатандре. В глаголах с чередованием и и г в будущем времени пишется и, вунетвае вунетвае Глаголы, которые имеют «эгю» в инфинитиве сохраняют его в будущем времени несмотря на то что в ударных слогах ставится акцент грав или глагол эспере или эсперера Глаголы, в которых ставится акцент грав в ударных слогах, сохраняют его в будущем времени. Эль ашет глагол аште. Эль ашетра глаголы в которых удваивается согласное в ударных слогах, сохраняют ее в будущем времени. Эльжет jet, глагол жете, эльжетха. Исключение. У некоторых глаголов для образования будущего времени окончания фьюр сампль прибавляются к особой форме основы. Эти глаголы нужно запомнить быть глагол être особая форма сэр иметь глагол avoir особая форма ор идти глагол aller особая форма ир приходить глагол venir особая форма вендр. делать глагол faire особая форма фер. Хотеть. Глагол вульвар. Особая форма «вудр». Мочь. Глагол пувуар. Особая форма пур. Долженствовать. Глагол девуар. Особая форма дев. Знать, уметь. Глагол савуар. Особая форма сор. В употреблении le futur simple, мы часто можем встретить demain, завтра, plus tard, позже, un jour, однажды. Рассмотрим на употребление futur simple на основе ребенка. Aujourd'hui, je suis un bébé. Сегодня я младенец. В présent, в настоящем времени. А сезон, j'irai à l'école. В шесть лет я пойду в школу. Здесь мы можем увидеть употребление глагола «aller» в футюсам. Плютар je serai детектив. Чуть позже я стану детективом. Здесь мы можем увидеть употребление глагола «être» в Futur simple. Глаголы в будущем времени рассмотрим употребление глаголов. На основе текста Ma vie future ne sera pas comme ma vie actuelle. В данном предложении у нас представлен глагол être в третьем лице единственного числа. Quand je serai grand, je serai footballeur professionnel ou savant. В данном предложении глагол être в, три... в первом лице единственного числа. J'achèterai une grande maison avec une piscine et un terrain de foot. Dans un предложение, le verbe acheter au 1re personne du singulier. J'habiterai en Angleterre ou au Brésil. Le verbe habiter au Je serai le plus grand champion du monde et je ferai partie de l'équipe de France. В данном предложении глагол «être» в первом лице единственного числа и глагол «faire» также в первом лице единственного числа. Домашнее задание. Поставь глаголы в будущее время. Raconter de vos vacances au futur simple, А также вы можете потренироваться в употреблении Глагол в будущем времени, перейдя по ссылке.